Всем добрый вечер. Хочу вам показать, как на самом деле ведет себя. У меня тут в комментариях был вопрос, насколько прочная краска и насколько ее хватает. Сейчас я вам хочу продемонстрировать. Вот кипит вода, прям кипит. Я ее несу, ставлю на столешницу. Вот вы можете наблюдать. Ничего с ней не случилось. Сейчас я возьму вот этот горшочек глиняный, керамический, и тоже поставлю на столешницу. Видите, да? Все кипит. Вот. Поставить сюда. На горячее не реагирует, то есть не желтеет, не пригорает, никаких пятен пригорания там не чернеет, не желтеет, не сморщивается. Кипеть она, видите, продолжает, потому что это глиняный горшок, он продолжает кипеть. Давайте посмотрим, что там. Ничего, это просто вода. Это я показываю для того, чтобы вы уже не боялись и были уверены в том, что краска классная. Но не в этом суть. Эту идею я подглянула в Пинтересте, и мне очень понравилось. Кто не хочет красить, хочет что-нибудь красивенькое, вот 10 на 10 сантиметров плитка. Мне она очень понравилась. Сейчас я хочу сделать столешницу белую, совсем необычную, так что будем работать. У меня еще оставалось немного серафикса. Ляпать.
абсолютно несложный процесс. Очень даже приятный. Вот такой получился смешной результат. Меня он не устраивает. Я все-таки хочу вот такой цвет. Серенький. Но так как серого нету, получился вот серый такой с блестяшками. В общем, силикон есть только серый, золотой, белый и черный. Я не увидела, что есть черный, и заказала. Думала, вот это просто серый будет, потому что можно не добавить блески, но оказалось, что обязательно нужно их смешивать, два там ингредиента жидкости, и
Ну, думаю, была не была, попробую. Попробовала, и мне не понравилось. Так что я все это буду отскребать. Вот этот цемент тоже я буду отскребать, все переделывать. Так что пока в этом видео у меня столешница получается не законченная. Я буду брать черную замазку. Затирка у меня серый цемент. Но я не хочу оставлять серый цемент, потому что когда намокает, потом сюда еще будет плюс жир, всякие пятна, и это будет смотреться уже ужасно. И цвет уже не будет такой красивый, как в начале, поэтому я все-таки замажу черным силиконом, что защищает и от воды, и от пятен, и от всего. Кстати, этот силикон можно постоянно менять по мере загрязнения. Ну, это, наверное, раз может в пятилетку отскребсти и снова замазать. Поэтому здесь у меня будет черный. И на этом я, наверное, этот выпуск я закончу. Потому что я никак не могу доделать. Заказала, в общем, этот силикон. Но он придет только на следующей неделе. А мне уже видео нужно выкладывать. Поэтому извините, бывает всякое. Но в следующем выпуске, когда я буду уже доделывать кухню с той стороны, я вам покажу результат этой столешницы. Всем пока!